целая армия трупов. Преступники вздымают руки, приветствуя меня как своего. Ошибиться было совсем нетрудно. Дьявол собирает свое войско. Макс Пейн ищет то, что Господу угодно держать в тайне. Это делает его очень опасным. Помнишь, в детстве ты старался не дышать, проходя мимо кладбища? Оставьте его в покое. Если отнять у человека тех, кто ему дорог, он никогда уже не станет прежним.
Что за черт? Полиция Нью-Йорка. Всем стоять. Господи, ну пожалуйста, только не это. Плоть падших ангелов. Нет, 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 нет! Мишель, Рози, нет! Thank you.
человек ведь должен был об этом позаботиться, разве нет? Да не смейте развлекаются с кухней. Ты сам напрашиваешься. Радуешь, похоже, стоя! Ты спас меня, дружище. Что здесь происходит? Резня. Эти парни с пистолетами только что появились из ниоткуда. Нужно позвать подмогу. Я мог бы позвонить из диспетчерской, этажом выше. Поможешь добраться туда? Конечно. Звучит неплохо. Идем. Нам нужно попасть туда и вызвать помощь. Нам нужно попасть туда и вызвать помощь. Наконец-то. Эй, там!
Идет? Идет. Эй! Жуть! Джек Люпина, жутко! Держи его! Здесь закончили. Дай-ка бей его!
Окей, парни, полиция уже выехала. Скоро... Thank you.
Пристрели его! Стоять! Господи, Макс, ты меня до инфаркта доведешь. Я тебя чуть не застрелил. Алекс. Что здесь происходит, а? Тут больше трупов, чем в городском морге. Это вооруженное ограбление. Они пробили туннель в хранилище Роскобанка через стену старой станции метро. Это проделки Люпина? Это правда работа Люпина? Ты умеешь выбрать место. Ты можешь открыть ворота? Нет, они заперты. Нам нужно выйти отсюда. Если это Люпина, это... Алекс! Алекс! Убирайся отсюда!